И всех приветствую на своем канале. Сегодня мы реализуем код для притяжения тел. Код будет довольно простой, поэтому я выложу его в комментариях. Итак, для начала создадим сами тела. После этого создадим C-Sharp скрипт. Из имен нам понадобится только Unity Engine. Для хранения непосредственно самих тел создадим массив GameObjects. Этот массив обязательно должен быть публичным. С курса физики нам также пригодится гравитационная постоянная. Пусть она кажется большой, но зато в параметре массы мы сможем указывать меньшие числа. И тем более вы можете сами подстроить ее под свои задачи. Затем нам понадобится переменное расстояние. Заведем компонент RigidBody, в котором будем хранить массу и которому будем применять силу. В функции start мы сразу укажем RigidBody. И все, нам осталось написать в void update. С самого начала напишем цикл, который будет проходить все GameObjects. Для каждого объекта мы будем узнавать расстояние до него. Для этого в Unity есть метод distance. В нее нам нужно передать текущее положение тела и текущее положение самого объекта, до которого нам надо узнать расстояние. Теперь нужно применить силу. Чтобы применить, воспользуемся методом addForce для RigidBody. Чтобы задать вектор, мы вычтем из положения вектора положение нашего тела и поделим все это на расстояние. Затем надо все это умножить на массы тел и гравитационную постоянную. Массы тел будем брать из компонента RigidBody. И поделим все это на квадрат расстояния. Для того, чтобы не было деления нежелательного деления на 0, на всякий случай добавим единицу. На этом код заканчивается. Итак, вот мы снова в Unity. Перед тем, как добавлять скрипт, мы добавим компонент RigidBody, который обязательно должен присутствовать на телах, на которых будет скрипт, и которые будут использованы в скрипте. Нет, обязательно проверьте поле useGravity. Мы должны убрать туда галочку, поскольку у нас будет свой скрипт гравитации. Также пропишем массу. Затем наложим скрипт. Сюда нам нужно добавить только те тела, с которыми мы хотим взаимодействовать, но не само тело. И обязательно проверяйте наличие компонента RigidBody, так как он обязательный. Давайте протестируем. Итак, как мы видим, что тела вполне себе притягиваются, но слишком сильно. Чтобы это исправить, поменяем гравитационную постоянную. Коэффициент силы притяжения зависит как раз-таки от нашей постоянной. Тела уже притягиваются слабее. Как можем заметить, чем ближе находятся друг к другу тела, тем сильнее они притягиваются. Ну что, давайте попробуем наложить текстуры. Вбиваем в запросе Earth Texture, и на сайте Solar System Scope есть отличные текстуры Солнечной системы. Здесь можно скачать текстуры в высоком разрешении. Скачав текстуры, давайте создадим папку Materials для материалов и папку для текстур. Добавим туда скачанные текстуры. Thank you.
Можно также добавить больше тел. Не забудем добавить тела к предыдущим. Надеюсь, мне удалось вам помочь. Напишите, что бы вы хотели видеть в следующих видео. А пока я с вами прощаюсь и до новых видео.